Мне снился нынче страшный сон. И в нем я видел очень ярко сын Жириновского солдат, а дочь Лаврова санитарка. Вот с автоматами бегут две дочки Путина в атаку и, нажимая на курки, кричат за родину и папу. Тут танк горящий на боку, а в нем Медведева сынок и дочь отважного Шойгу, его достав, несет в медблок. Зюганов внук, Зюганов сын, наследник Матвиенко Вали. Все как один пошли на фронт, чтоб братья в НАТО не вступали. Бегут в строю ковальчуки, и Ротенберги с ними рядом. И рвется Миллер на прорыв во фланг с газпромовским отрядом. Открыл глаза, потом закрыл. Что за фантастика творится? Наверное, зря смотрел ТВ. Вот хрень подобная и снится. И поэтому знаю со мной, ничего не случится.